В Астане полдень. О главных событиях к данному часу рассказывают корреспонденты 24KZ в студии Путакоса Аркулова. Здравствуйте. С предвестником Наурыза Амалкуна казахстанцев поздравил глава государства. Президент отметил, празднование этого дня – исконная традиция, которая возрождает древние народные обычаи и является неотъемлемой частью нашей культуры. В этот день на первый план выходят наши национальные ценности и самобытность, написал Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Твиттере и пожелал казахстанцам счастья и благополучия. Тем временем участники национального крултая прибыли в Атырау. Сегодня стартуют рабочие секции. Заседания под председательством президента состоятся завтра, 15 марта. Отмечу, место проведения мероприятия в Атырау определил глава государства, подводя итоги второго крултая в Туркестане в прошлом году. История Атырауской области насчитывает много веков. Раньше на месте Атырау располагалась столица казахских ханов, древний город Сарайшах. А в эти минуты в Атырау уже начали работать сессии национального крултая. Эксперты, правозащитники и политологи обсуждают развитие гражданского общества, в том числе вопросы защиты прав человека, бытовое насилие, проблемы молодежи. Участники обсудили и то, как все это освещается в средствах массовой информации. Предложения и инициативы звучат самые разные. Подробнее о них расскажет наш корреспондент Динара Батырова. Она с нами на прямой связи. Динара, приветствую. Так как мы должны работать? Расскажи. Добрый день, Батагос. Во-первых, хочу поздравить вас, Амалкуну Кутты Болсун. Именно с этого светлого дня начинается празднование Наурыза. И очень символично, что проведение национального крултая с ним совпало. Тем не менее, несмотря на праздничное настроение, все участники национального крултая довольно собраны и настроены на плодотворную работу. Каждый из экспертов, политологов приехал со своими замечаниями и предложениями. Рабочие сессии идут параллельно на разных локациях. На одной из них модерирует министр культуры и информации Аида Балаева. Участники подняли вопросы лудомании. Не секрет, что все чаще людей, особенно молодых, любит губить зависимость от азартных игр. Понятно, что, во-первых, требуются ограничения для букмекерских организаций, ужесточение законодательства в этом направлении. Но работа должна быть комплексной и больше профилактической. Также затронуты вопросы религии, информационной безопасности, литературного направления. Подвели итоги за прошлый год и даже успели довольно жарко подискутировать на сессии по вопросам гражданского общества. На ней модерировал помощник президента по вопросам внутренней политики и коммуникация. На этой сессии на самом деле затронуты самые горячие на сегодняшний день в информационном пространстве темы. Это бытовое насилие, защита прав женщин и детей и в целом правовой уровень казахстанцев. Об этом подробнее я хотела бы спросить у одного из членов национального курултая Талгата Калиева. Талгат Бегимович, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, вот вы сейчас были на сессии, какие предложения или инициативы вы можете отметить? Ну, в первую очередь, надо сказать, что на Курултай приезжают со всех регионов, представители всех регионов, всех социальных групп, различных профессий, деятели культуры, спорта, искусства, эксперты в своей области каждый. И поэтому все поднимаем вопросы, безусловно, важные, потому что это накапливалось у каждого довольно длительный период, поэтому специально выделить из большого количества довольно сложно. Ну, я, допустим, в первую очередь поднимал вопросы подростковых драк, которых стало достаточно много у нас транслироваться в социальных сетях. И я думаю, что необходимо проанализировать в целом работу, деятельность психологов школьных, насколько они профессиональны, насколько этот институт вообще эффективный, оправдывает себя, провести их аттестацию, затем работу школьных участковых, насколько это оправдано, и в какой момент вдруг педагоги перестали отвечать за воспитательную работу. И, наверное, в конце концов разделить среднюю, младшую, старшую школу, чтобы не было преемственности вот этих нездоровых девиантных паттернов из одной возрастной группы в другую. Затем очень серьезно поднимались вопросы местного самоуправления. Насколько эффективно сегодня работают избранные акимы? Проводился ли этот анализ? Потому что выборы акимов также сначала родились на заседаниях Национального совета общественного доверия, потом были продолжены на Курултае. И сегодня всем, безусловно, интересно. И это в регионах как раз-таки
членов Курултая задают вопросы, как это работает, насколько эффективно, кто-нибудь отслеживает ли постфактум процесс реализации этих реформ. И также много вопросов было по законотворческой работе, по взаимодействию правительства и парламента, по вопросам адвокатуры, по вопросам прав защиты, прав заключенных. То есть огромное количество вопросов. И я думаю, что завтра на заседании перед главой государства будут наиболее острые из них озвучены. Подскажите, а какие вопросы вот лично вы хотели бы отметить, озвучить на заседании сессии? Ну, в первую очередь, да. Для меня лично волнует подростковое, потому что я много езжу по регионам и в свое время, подговоряя не с молодежью, я также по ним изучал данную тематику. Проблема в том, что данная тема не поддается исследованиям в полной мере, потому что детей нельзя опрашивать до 16 лет, и мы не знаем ни природы этих процессов, ни причин, побуждающих детей к этой агрессии. Одновременно аналогичное поведение наблюдается и в европейских странах. Допустим, в прошлом году во Франции наиболее агрессивным ядром протестов были 13-летние подростки, которые совершали самые агрессивные действия. Кроме того, надо отметить, что в ряде развитых стран, в том числе и в Турции, в Канаде, в США, начинают преподавание таких предметов, как медиаграмотность, потому что в условиях огромного количества фейков и информационного стресса необходимо научить детей заранее работать с информацией. И эмоционального интеллекта, который учит также повышать уровень эмпатии. Я думаю, что этот пример также был бы полезен нашему Министерству просвещения и, возможно, внедрить его в самые короткие сроки. Будем надеяться, что эти ваши предложения, инициативы выльются в какие-то конкретные комплексные документы, программы, возможно. В целом все предложения, даже если они не будут озвучены завтра, они попадают в секретариат, проходят соответствующую обработку, и мы по ним получаем обратную связь, они, по ним ведется работа, идут специальный план создается, и если это проверка каких-то данных, проверка каких-то там сигналов, то она осуществляется, если необходимо принимать какие-то комплексные меры, то принимаются определенные меры, но ни одно из озвученных на Курултае предложений без внимания не остается. Спасибо вам большое за интервью, за то, что рассказали, озвучили проблемы. Я напомню, что сессии будут продолжаться еще и после обеда. Уже более подробнее об этой и о других сессиях мы расскажем в итоговых выпусках вечерних новостей. Ну, у меня на этом все. Батагоз, вам слово. Спасибо большое. Я напомню, на прямой связи со студией была моя коллега Динара Жанбатырова. Продолжим выпуск. Знаменитый Сарайшок, где в древности находились ставки многих казахских ханов, примет третий национальный Курултай. Сейчас в древнем городище идут последние приготовления к встрече гостей. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Встреча участников Курултая станет для коллектива музея-заповедника Сарайшык своеобразным подведением итогов с момента создания. Культурно-исторический объект открыли на заре независимости. За эти годы здесь провели колоссальную работу по раскопкам и реставрации артефактов. Популярность Сарайшыка среди туристов возросла после появления уникального визит-центра в этом году. По словам сотрудников, его сейчас посещают до 100 человек в день. Здесь всего 6 залов, представлены экспонаты времен Алтын-Орды, казахского и ногайского ханств. Это монеты, предметы быта и другие ценные находки. Это часть древней канализационной трубы. Их тогда делали из обожженной глины. Уникальное для тех времен технологическое решение, которое разрушает привычные представления людей о быте тех времен. И таких артефактов у нас привалило за 4000. В разные времена в этих местах вдоль Урала располагались ставки 7 правителей, а при Касымхане город стал столицей казахского ханства. Именно при нем были определены границы казахской государственности. Упоминая о роскошном городе с караван-сараями, с мастерскими ремесленников можно найти у многих средневековых путешественников. Археологи стали проявлять интерес к Сарайшыку еще в 40-е годы прошлого века, но комплексное исследование исторической местности началось только в последние десятилетия. Тогда и обнаружили несколько тысяч артефактов и ханский пантеон. Сарайшык сол заманда атын әлемге әйгілеген қала.
С помощью наших экспозиций можно узнать много удивительных, порой неожиданных фактов о Сарайшике. Это многогранный, загадочный город, который может быть пищей для размышления ученых не одно десятилетие. Наша цель – довести это все в целости и сохранности будущим поколениям. В прошлом году принята 5-летняя программа по созданию в Сарайшике музея под открытым небом. Ученые, реставраторы и археологи работают в соответствии с ней. Они сейчас реставрируют остатки 12 жилых зданий, а также воссоздают заповедные ворота города. Участникам Курултая предстоит первыми оценить результат кропотливого труда археологов. Рауль Габитов, Арстанбек Кенджи, Айбек Байзаков, Атырау, 24 KZ. Ожидается, что на этом третьем заседании национального Курултая обсудят социальное положение и развитие приграничных сел. Это важный вопрос для западных областей страны, которые граничат с регионами России. Для стран важно поддерживать взаимовыгодные дружеские отношения. На Курултае также рассмотрят и вопросы культуры, например, открытие школ Айтеса, что, по словам экспертов, способствует привитию национальных ценностей подрастающему поколению. Жители приграничных сел нуждаются в отечественной радио и телепродукции. По мере приближения к границе сокращается национальная повестка и в социальных сетях. То же самое можно сказать и о мобильной связи. Надо обеспечить идеологическую безопасность наших жителей. В своем послании в прошлом году глава государства дал поручение создать все условия для того, чтобы дети могли заниматься творчеством, заниматься спортом и эффективно проводить свободное время. Считаю, что в областном центре должна быть одна школа, которая популяризирует наше национальное искусство и учит этому детей. Караван приветствия сегодня отправился из Актобе в ближайший к областному центру села. Его участники поздравляют жителей с праздником Куйрсукуна или Амал. Эта весенняя традиция сохранилась на западе Казахстана с давних времен. О том, как проходит празднование, в прямом эфире расскажет наш корреспондент Наталья Сахкова. Наталья, приветствую. С праздником. Здравствуйте, Батагоз. С праздником Куйрсукуна или Амал, день встреч и приветствий. В этот день принято рано проснуться и обойти родственников и друзей. Младшие приходят к старшим, приветствуют их и поздравляют с наступлением весны. Непременная часть Куйрсу – рукопожатие и теплые объятия. Здороваясь, обычно говорят «Буржасын Кутыболсын». В этих словах и поздравления, и радость от того, что человек видит знакомого в здравии после зимы. Праздник стал олицетворением обновления и пробуждения природы. В этот день нужно прощать друг друга обиды. Сегодня караваны приветствия побывали в ближайших к областному центру селах, где поздравляли местных жителей. Один из них стартовал в микрорайоне Алтын-Орда. Мы побеседовали с его участниками. Раньше, 14 марта, везде был Наурыз, Новый год отмечали, везде открывали казан, ходили в гости, когда мы были в детстве. Но сейчас вот в западном Казахстане в основном Амалкана приветствуют друг друга. Поэтому я хочу поздравить всех казахстанцев с сегодняшним праздником, с Амалкана, с Наурызом. Пожелать вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия. С участниками каравана приветствия мы находимся в жилом массиве Курашасая. Всего таких караванов 4. Помимо жителей ближайшего города Кулу, его участники поздравляли посетителей торгово-развлекательных центров, рынков, вокзала и аэропорта. А главное праздничное мероприятие пройдет сегодня вечером на площади возле Центрального парка. Там встретятся все караваны. С этого дня стартует и празднование Наурыза, а Амал по традиции отмечает до конца марта. На этом у меня все. В студии. Спасибо большое, Наталья. Напомню, на прямую связь со студией из Актобе была моя коллега Наталья Салькова. Новая концепция празднования Наурыза направлена на восстановление забытых народных традиций, считают историки. У кочевников празднование Нового года длилось 8-9 дней и называлось Наурызнама. Возрождая исторические традиции, в Казахстане создают национальный бренд этого праздника. Он призван укрепить единство народа и формирует культурный код нации. Перезагрузка формата празднования Наурыза нужна для появления в повседневном календаре казахстанцев по-настоящему народного праздника, считают историки. Многие традиции были забыты, и даже возрождение Наурыза в 90-х знаменовало лишь обновление природы. Между тем, наши предки не зря называли Наурыз «Улустың улы күні», отмечает этнолог Улан Умиткалиев. Праздник – призыв к солидарности и единству, символ национальной идентичности, преемственности духовных ценностей.
Мы не должны ограничиваться только установкой юрты и угощением традиционными блюдами. В старину устраивали сцены борьбы весны с зимой. Чтобы помочь природе, теплу, люди зажигали огни. И сейчас можно организовать театрализованные представления, разъяснять значение праздника. Даже тот же куже. Не было рецепта из семи зваков. В него шло оставшееся вяленое мясо, зерно, курт. Семьи готовили сытное угощение, радуясь, что пережили холода. В современном мире стало привычным брендирование ключевых праздников. Единым логотипом Наурыза выбран тюльпан. Впервые он появился на юге Казахстана миллионы лет назад. Бутон тюльпана встречается в архитектуре, орнаментах, одежде и украшениях саков. В 2016 году тюльпан как визуальный символ праздника предложил академик Гарифулла Исим. Также профессор уверен, праздничную атмосферу нужно создавать в первую очередь для детей. Это пробуждение дыхания земли проявляется через вот рассвет тюльпанов. Поэтому тюльпан – это есть символ Наурыза. Мы не ошибемся. Детям нашим подарки всевозможные. Потому что детвора праздник понимает как подарок. Как подарок. Специальные подарки. Подарки от кого, от чего, как. Это все надо продумать. В декаде Наурыз-Намаз с 14 по 23 марта каждый день имеет свое значение. Сегодня Амал – праздник сплоченности и дружелюбия, дни милосердия, культурных обычаев, семейных ценностей, национальной одежды, обновления и спорта. Общее значение концепции, возвращаясь к истокам, открывать новую страницу в истории. Бутагоз Базарбаева, Наурызбай Курмангазы, 24 KZ. А в Магаставской области зажгли огонь единства. В регионе тоже масштабно отмечают Куэрсукуну или праздник Амал. Встреча весны проходит на самой высокой точке западного Каратау, на горе Отпан. Там установили больше 40 юрт. Приглашены гости из разных регионов страны и даже из-за границы. Среди них известные жерши из Турции и Узбекистана. Тамара Степанова расскажет подробнее. Над степью звучат мелодии дамбры и мотивы казахских песен. На склоне гор установили больше 40 юрт. В них угощают горячим чаем и подают вкусный бешбармак. По оценкам организаторов, здесь в этом году отметят Амал больше 10 тысяч человек. Люди съехались сюда, чтобы зажечь огонь единства и поздравить друг друга с наступлением весны. Праздник Амал пришел в Мангыстау. Уже много лет его встречу отмечают на горе Отпан. Она возвышается на 532 метра над уровнем моря и считается одной из самых высоких точек области. Чтобы добраться до предгорья, гости масштабного мероприятия преодолели только от Актау почти 150 километров. Для этого жителям предоставили бесплатные автобусы. Я приехал из Уральска. Все мы здесь отмечаем наступление весны. Праздник Амал – традиция казахского народа. По одной из версий он связан с древним летоисчислением. Благодаря независимости он и сегодня продолжается. В настоящее время у него республиканский уровень. Я благодарю всех, кто причастен к такой масштабной организации. Пусть в наших сердцах царит доброта и дружелюбие. А в культурном комплексе «Карашин-Ирак» мастерицы Мангыстау устроили выставку. Они представили гостям праздника одежду из войлока, украшения из серебра и картины ручной работы. Я участница проекта «Одно село, один продукт». Использую для изготовления продукции только местное сырье – нежную шерсть. Валяю из нее тапочки, жилеты, шарфы. Я приехала из села Курык, чтобы показать людям свои уникальные изделия. В старину считалось, что именно в это время наступает весна. Соблюдая заветы предков, люди ходят друг к другу в гости и просят прощения. Младшие по возрасту посещают старших, а те, в свою очередь, дают им свои благословения. В отличие от других праздников, Амал имеет свои особенности. По традиции в эти дни принято обмениваться особым рукопожатием, протягивая сразу две ладони. Женщины прикасаются друг к другу сначала правым, потом левым плечом. В прежние времена также было принято доставать и развешивать предметы одежды. Считалось, что Новый год наступает как для одушевленных, так и для неодушевленных предметов. С 13 на 14 марта здесь зажгли огонь единства. Много веков назад пламя на горе символизировало о нападении врага и служило сигналом о сборе воинов. Его было видно со всех концов необъятной степи. Сюда спешили батыры, чтобы объединиться и дать отпор врагу. Сейчас пламя зажигают в первую очередь как дань памяти предкам. Он символизирует объединение народа и единство поколений. Все то, чем всегда славился Казахстан. Тамара Степанова, Салмат Бекбаев, Мирас Нарымбетов, Александр Убейкин, Мангыстауская область, 24 KZ.
В Уральске в Куресукуна 11 пар решили вступить в брак. По словам работников ЗАГСа, молодые люди стали чаще выбирать дату свадьбы именно в первый месяц весны. Они верят, что бракосочетание в марте сулит им крепкую семейную жизнь. На традиционной казахской свадьбе побывала Альбина Кумаргалиева. В семье Султанияровых к торжеству готовились несколько месяцев. Все по традициям казахского гостеприимства. Дату выбрали не случайно – праздник Курысу. Первые дни весны символизируют обновление и начало новой жизни, говорят представители старшего поколения. Сегодня у нас двойной праздник. Приятно видеть всех родных и близких вместе. Многие приехали издалека – из Актобе, из Жанибека, из Бөкей-Орды. Бекнур и Дана вместе уже год. Познакомились молодожены прошлой весной в городе Актау. Традиция празднования Курысу там тоже популярна. Идею родных сыграть свадьбу 14 марта оба поддержали. Для нашей семьи 14 марта – это особенный день. Нам важно сохранить наши национальные и семейные традиции. День нашей свадьбы совпадает не только с этим весенним праздником Курысу, но и со священным месяцем Рамадан. На торжество, кроме родственников и друзей, молодоженов пригласили местных аксакалов, которые благословили влюбленных традиционным напутствием. К слову, с начала марта в Уральске узами брака связали себя 76 молодых пар. Альбина Кумаргалиева, Ербол Мендагалиев, Эльдар Аюпов, 24KZ, Уральск. Большой ассортимент национальной еды предлагают гастрономические заведения и торговые точки Кунаева накануне Наурыза. В кафе и ресторанах посетителей бесплатно угощают праздничным блюдом Наурыз-куже, а в крупных торговых сетях для горожан будут действовать скидки до 30%. По сложившейся традиции Наурыз в Кунаеве празднуют в течение 10 дней. В своем меню на праздник Наурыз мы предлагаем богатый ассортимент национальных блюд. Например, курдак, сырне, чайная тарелка с буырсаком, куртом и жентом. Наурыз коже идет в качестве комплимента от заведения. Посетителям это очень нравится. Предлагают очень вкусные казахские блюда. Это хорошая традиция, и она очень созвучна с нашим главным праздником – Наурыз. Казахская кухня – это наше национальное достояние, и радует, что она пользуется все большей популярностью. Фестиваль «Наурыз» прошел в американском Вашингтоне. В одном из скверов города организовали импровизированную сцену, на которой выступил казахский ансамбль «Гульдер». Творческий коллектив, созданный в 2017 году, подготовил несколько номеров. Помимо этого, для гостей организовали ярмарку «Наурыз-базар», где желающие могли приобрести традиционные украшения, изделия ручной работы, национальную одежду тюркских народов и многое другое. Несмотря на пасмурную погоду, посетителей было много. Я знаю, что в иранской или персидской культуре Новый год наступает 21 марта. Это означает начало весны. Это знак обновления Нового года, то есть прихода весны и пробуждения природы. Люди спрашивают, какие это костюмы, что это за танцы. Мы объясняем, что наша первая цель – это популяризация казахской культуры. И она приносит нам радость и гордость. Наурыз как государственный праздник отмечают в 10 странах мира. Среди них не только государства Центральной Азии, но и Грузия, Албания, Македония, Турция и Азербайджан. Особое значение он имеет в Иране и Афганистане. Везде празднования сопровождаются особыми традициями и обычаями. Так жители Таджикистана готовят 7 блюд. Их названия должны начинаться на букву «С». Кроме того, на столе выставляют зеркало, свечи и крашеные яйца. А в Афганистане в ночь с 20 на 21 марта никто не должен выходить на улицу. Местные жители верят, что это поможет уберечь их семью от горя в новом году. У аксюбинских ремесленников, которые занимаются изготовлением домбры, становится все больше заказов. Поэтому многие из них берут себе помощников. Работу мастеров увидели наши корреспонденты.
Марат Кабижанулы мастерит очередную домбру. Музыкальные инструменты, созданные его руками, пользуются большим спросом. Занимается этим ремеслом народный умелец больше 50 лет. Работа начинается с подбора древесины. От того, из какого материала сделан инструмент, зависит качество и частота звука. Сейчас дерево многие привозят из-за границы. Береза подходит лучше всего, она хорошо гнется. Также делают из орешника, который растет в Туркестане. Творчество дает мне прилив сил и хорошее настроение. Секреты народного ремесла Марат Кабижанулы передает своим внукам и правнукам. Впрочем, изготовление и ремонт музыкальных инструментов – не единственное увлечение 84-летнего мастера. Марат Кабижанулы – поэт и автор десятка книг о казахских традициях и обычаях. А еще он победитель нескольких конкурсов на лучшее благословение. Изготовлением национальных музыкальных инструментов занимается и педагог Муратхан Танатарулы. Этому ремеслу он несколько лет обучался в Алматы. Муратхан самостоятельно смастерил больше 100 домбр. Заказов сейчас очень много, поэтому приходится привлекать помощников. Народное прикладное искусство хорошо развивается. Большой спрос не только на домбру, но и национальную посуду, изделия из кожи. Продвижением народных ремесел занимаются многие мастера, что не может не радовать. Это искусство никогда не исчезнет. Оно передается из поколения в поколение. У молодежи большой интерес. Изделия местных ремесленников будут представлены на выставке, которая по традиции пройдет в дни празднования Наурыза. Наталья Салькова, Айнадин Молдабеков, Актобе 24 КИЗ. Павлодарские ремесленницы соревновались в прядении шерсти. Почти сотню заявок подали участницы на областной фестиваль «Уршокфест». Отборочный тур прошли 35 из них. Такой конкурс в Прииртышье проводят впервые. Подробнее расскажет наш собственный корреспондент в регионе. Старинное народное ремесло стало очень популярным среди павлодарцев. Опытные мастерицы удивляются сноровке и талантам подрастающего поколения. Они приехали на фестиваль со всех уголков области. По условиям конкурса, каждая привезла с собой по 200 граммов пряжи собственного изготовления. Полтора месяца проходил отборочный тур. Сегодня здесь находятся лучшие. Участницы показали высокое мастерство. За 15 минут они сделали пряжу и выполнили все условия конкурса. Большинство участниц фестиваля предельным делом занимаются профессионально. Их изделия пользуются популярностью, а на заказы выстраивается большая очередь. Я и вышивальщица, я и вязальщица. Сама шью, сама обучаю ремеслу детей и молодежь. Мне очень нравится это ремесло, которое я унаследовала от своей бабушки. Нуржиян Муздыбаева тоже потомственная мастерица. В детстве училась прясть пряжу, ткать ковры, работать шерстью и войлоком. Сапоги вяжу я, туфли, тапочки, игрушки мне хорошо берут. Фестиваль «Уршокфест» стал настоящим праздником ремесленниц. Организаторы говорят, в будущем он обязательно станет традиционным и привлечет внимание еще многих народных мастеров. Ербулабишев, Далет Кушкарбаев, Марат Игликов из Павлодара, 24 КИЗ.